При попадании болезнетворных микробов в организм человека включаются клеточные механизмы защиты. Основным из них является фагоцитоз. Функцию фагоцитоза в нашем организме выполняют гранулоциты и макрофаги. Они собираются в местах скопления микробных клеток или вирусных частиц, захватывают их с помощью специальных выростов, псевдоподий и переваривают. Фагоцитоз является примером неспецифического клеточного иммунитета.